В десятке лучших Шукшинские дни на Алтае вошли в топ самых популярных культурных событий России. Фестиваль занял 6-ю строчку, рейтинг составило агентство «Турстат». За 41 год существования Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» стал настоящей визитной карточкой нашего региона. В этом году он прошел в регионе с 18 по 22 июля. Из почетных гостей были режиссер Виктор Мерешко, актер Анатолий Котенев, Иван Кокорин, Сергей Горобченко и Марина Яковлева, писатель Евгений Водолазкин и многие другие. Мероприятия прошли в Барнауле, Бийске, Белокурихе, Новоалтайске и Быстром Истоке, Павловске, Поспелихе, а завершились большим праздником в селе Сростки. Там на закрытии фестиваля на горе Пикет побывало около 10 тысяч человек.